Всем какой народ, и это новый шмат патруль. Будем смотреть, что же добавили в сезонном абонементе. Купим его, естественно. Давайте его сразу же тогда купим. 400 алмазов стоит новый шмат патруль. Не приглашайте меня, пожалуйста. Купили. Купили новый сезонный. Да, блин, если еще раз пригласит он меня, я его удалю. Новый сезонник. Я его удаляю. Ребят, извините за то, что... вот такие люди, такие дебилы. Алло, алло, блядь, иди нахуй. Жаба. Все, ливнуть. Алло. Да пошел нахуй. Сори, ребят. Отличное начало. Послали нахуй пацана, потому что он немножко тупой. Вот. Смотрим, чем отличается бесплатный. А, только уже бесплатного нет, теперь только платный остается, я так понял. Неплохо, неплохо. Так, ребят, добавили новую шмоточку. Начнем сначала просто. Воу, как сисечки трясутся, ребят. Прикольно. В принципе, она очень сильно похожа куртка, которая была недавно. Вот для Никиты вроде как ее выпускали. Ну, я ее лично носил в Никите. То есть, абсолютно точно такая же курточка. Новый фон. Цвет сакуры. Просто золото. Новый лутбокс дали. Новый лутбокс. Я не знаю, что оттуда падает. Может быть, можно будет посмотреть, что оттуда падает. Тапочки. Я с них, кстати, проорал. Они какие-то такие себе. Ну, не знаю, мне они не нравятся. Это какой-то вообще, типа это... Помните, в Наруто, по-моему, так уже ходили. Если кто смотрел. Наруто. Так. Доска. Вот насчет доски. Вот это вот очень круто, ребят. Ради доски, наверное, и стоит покупать этот сезонный абонемент. Почему? Потому что... Ты такой летишь, а у тебя сзади такие лепестки сакуры, и ты такой, йоу, я самый крутой. Очень прикольно. Также это вот повышен максимальный лимит, по-моему, золота, насколько я понял. Но это не точно. На 50. Ну и также он вот сверху, походу, вот так вот будет писать. Иконка. Новый рюкзак. Почти такой же, как синий, просто розовый. Ну такое себе. Открывает уровни и дает награды в следующем сезоне элитного пропуска. Вот это я не знаю, что это такое, ребят. Не знаю, вообще не знаю. Опять новые штаны. Они чем-то похожи, тоже были такие у меня. Но совершенно другие, они намного больше, намного шире. Какие-то они очень сильно огромные. Знаете, как Аладдин бегал такой. Ну, в принципе, прикольно. Еще фон один. Кстати, неплохой фон, мне нравится. Вот, самая четкая, это маска. Маска. Блин, она реально очень крутая и очень сильно проработанная. Там даже глаза видны. В общем, тоже ради маски стоит покупать этот сезонник. Дальше что у нас тут есть? Вот такой вот парашют. Честно, мне не понравился. Ну, типа... Такое себе. Вот. Вот насчет вот этого. Вот этого. Это что-то крутое, но носить это нужно, наверное, только с этим. С этим сетом. Потому что, ну, он никуда не подойдет, как я понимаю. Но выглядит классно вот с разбитыми вот этими, типа, там, руками, там, перебинтованными и загипсованными. Блин, мне нравится, мне нравится. Я надеюсь, я на него скоро накоплю эти медальки, и будет все круто. Еще один... А, нет, не фон, это... Как сказать вам? Карточка игрока, что? В общем, ну, мне не очень нравится. Падающий лепесток, фон. Ну, такое себе, как будто там кровищи размазали. Меня опять приглашают. Вот, что вот самое главное. Это... Вау! 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 Еще раз, вау! Вот это вот самый крутой рюкзак, ребят. Это самый крутой рюкзак. Забейте вы на все остальные розовые и синие, ребят. Вот это самое крутое. Вы посмотрите, как это выглядит. Блин, это просто офигенно. Еще один лутбокс. Вот, сканер. Окей. Еще одна маска. Ну, маска, честно, ну, такое. Не знаю, мне на девушку не очень нравится маска. По крайней мере, ну, я не знаю. Честно, мне не нравится. Типа, такое себе.
Вау! Еще одна, как ее называется, доска. И походу она уже черные типа лепестки, стеклышки будет за собой оставлять. Прикольно. Вот этот фон мне нравится. Вот этот фон мне нравится. Знаете, эта куртка чем-то похожа, по-моему, из набора первопроходцев, или как его там называли. Там, где выдают, типа, парашют сразу же, типа, ботинки и, типа, курточка. Она вот чем-то эту напоминает курточку. Прикольно. Парашютик. Ну, парашютик такой себе тоже. Ну и последнее, это полный сет на девушку. И выглядит он очень круто. Он очень круто выглядит, ребят. Просто вообще, капец как. Вот это круто. Ребят, в общем, такой был Шмот Патруль. Обзор на сезонник. Естественно, я его купил. Ребят, советую вам его покупать, потому что это крутая тема. Ребят, это очень крутая тема. Поэтому, ребят, всем советую покупать. Всем коква. Покупайте сезонник.